Новые подземные толчки на севере Нидерландов силой более 3 баллов дали еще один повод говорить об опасности продолжения газовых разработок в регионе Гронинген. На одном из гигантских месторождений природного газа. Его залежи были открыты в 1959 году и с тех пор дают Нидерландам огромное преимущество перед другими странами ЕС. Но при этом у жителей все чаще и чаще в буквальном смысле земля уходит из-под ног. Житель города Лоперсома Ханс Крузе показывает трещины в своем доме и говорит: «Когда я сижу вот здесь на диване по вечерам, иногда слышу треск в перекрытиях, так что в один прекрасный день, наверное, крыша просто рухнет нам на голову». По данным специалистов, которые исследуют взаимосвязь между газовыми разработками и землетрясениями, число подземных толчков за последние годы возросло. Нынешнее землетрясение стало самым сильным за минувшие 6 месяцев. После 2003 года подземные толчки становятся сильнее и сильнее. Амплитуда многих из них уже колеблется между 3 и 3,6 балла, говорит сейсмолог Бернард Дост. Но жители региона не хотят ждать ухудшения ситуации. Многочисленные протесты населения Гронингена и представленный специалистами анализ заставили правительство Нидерландов в январе этого года принять решение о сокращении добычи газа в регионе. В ближайшие 2 года добыча будет сокращена на 20%.